Дорогие друзья, изучив спа-отель Монте, хотим поделиться своим мнением о нем. В первую очередь хотим сказать, что данный спа-отель подойдет для людей, предпочитающих спокойный отдых, не в центре курорта, вблизи природы. Расположение спа-отеля Монте возле соснового леса благоприятно для курортников, имеющих заболевания верхних дыхательных путей. Лечебно-оздоровительные процедуры проводятся на достаточно качественном уровне. Лечебная база спа-отеля Монте позволяет лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Несомненным преимуществом спа-отеля является обновленный лечебно-оздоровительный центр, реконструкция которого прошла в 2017 году, куда поставили новое оборудование для проведения процедур, а также изменили интерьер. В спа-отеле работает очень квалифицированный врач-курортолог. В спа-отель Монте удобно приезжать даже с детьми, для которых предусмотрен и детский уголок. Что касается питания, здесь оно не совсем шикарное, ну и не совсем плохое. Диету при необходимости гостям могут приготовить по договоренности с шеф-поваром. Номерной фонд в Монте также качественный. Здесь в основном везде душевые кабины, что также хорошо для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Но, как мы говорили в начале, спа-отель Монте расположен на возвышенности и далековато от источников. Поэтому, если, дорогие друзья, у вас есть проблемы с передвижением, проблемы с ногами, с суставами, с позвоночником, то мы вам не советуем сюда приезжать на санаторно-курортное лечение. И в завершении еще раз подчеркнем плюсы спа-отеля Монте. Это расположение возле соснового леса, очень чистый воздух, наличие большой парковки, хотя она и за дополнительную оплату, наличие собственного бассейна, он довольно-таки просторный, в нем можно поплавать без проблем, и там же есть гидромассажные струи, лечебное отделение, новое, комфортное. Здесь проводятся классические марианско-лазанские процедуры. Для гостей также бесплатно и новый фитнес-зал. Также все продумано и для проведения досуга в свободное время. Есть пинг-понговый стол, настольный футбол, шахматы. Можно выпить чашечку кофе в лобби-баре. В теплое время года также на открытой террасе. Раз в неделю приходит музыкант и для гостей играют живую музыку. Дорогие друзья! Бронируйте спа-отель Монте по лучшим ценам и условиям на нашем онлайн-портале sanatoriums.com.